Общий салам алейкум. Вот увидел знакомое лицо, Шаршанбек Сардар. Баллотируется сейчас депутаты. Вот 4 года назад делал я перевозку на Каджисае. 120 тысяч сомов мне так и не выплатили. И не один я водитель, там нас около 10-15 водителей, кому не выплатили. А сейчас смотрю, баллотируется. Ну вот, выберите, то же самое и вас также кинет, наверное. Сколько мы бегали и заявления писали, и все, короче, бесполезно. Так мы и деньги не получили. Об этом многие водители знают, кто возил на Каджисае. Деньги не вернули. Так что у вас ваш выбор, да? Голосовать за такого человека или не голосовать. Еще он еще и баллотируется, да? После таких вещей, хотя все водители за него знают. Саламатсыздар бы. 2017 жылы күзінде Каджисайдан Бишкекте Кытайлардын кафельный заводуна перевозка топырагын ташып беребиз. Ошол жылдан бери биздин акчаны бербей келатат. Сардар байке жана ошондой эле Адилет деген бала экөө, булар партнерлор болчу башында. Бул экөө бири бирине шылтап отуруп, ал берет, жок, тиги берет болуп отуруп, ушунча убакыт өтүп кетти. Ушуга кандай чара көрөсүңөр? Салам алейкум. Я Уморов Улан Алдевич. В 2017 году мы работали с фирмой «5-6». Кирдибеков Сардар, Адилет. Возили, получается, глину с Каджисая в Бишкек на керамический завод. Они нам не рассчитались. Мне лично 200 тысяч сомов не отдали. И по сей день не хотят отдавать. Ассаламу алейкум. 2017 жылы биз көп грузовой машинелер менен самосвальный тонарлар менен Каджисайдан Сокулукка, район Сокулук деп кетет, ошол Кытайлардын заводуна, кафельный заводко ошол Каджисайдан топурак тарткабыз, сырьёсун кафелдин. Ошол тарттырган адамдар бизди Шаршанбек Сардар деген адам, ошол 5-6 деген фирманын аты менен бизди тарттырышкан. Ошонун ичинде мен да бар болчумун. Өзүмдүн менчик машинем менен тарткам. Кыскасы, баш аягы 2017-16 рейс ноябрдан баштап декабрга чейин тарткан рейстики. Анан 2018 кайра жайында июлдарда эле ушул кайра акчаны беребиз иштей калга деп ошол жерден дагы 2 рейстин акчасын бербей коюшкан. Ошону менен баш аягы 18 рейс. Кыскасы, мага мен мындай средний менен эсептегенде 250 000 сом карыз.